Светлана Певцова в рядах волонтеров уже пятый год. В штабе акции «Мы вместе», который заработал год назад в разгар пандемии, принимала звонки, а теперь решила попробовать себя в роли доставщика лекарств и продуктов первой необходимости, в которых нуждаются маломобильные, одиноко проживающие самарцы, а также пожилые люди старше 65 лет. Сменить деятельность решила из-за большого желания лично помочь людям в эпоху коронавируса. Я хочу заниматься именно вот этим деятельностью, потому что сейчас волонтеры очень нужны. Я хочу доставлять продукты или карты в первой необходимости. Граждан 65+, хочу именно помогать в этой ситуации. Все продукты покупаются в небольшом количестве, так как по правилам вес корзины не должен быть более 5 килограммов. Покупка оплачивается заказчиком. Закупившись в магазине согласно списку, Светлана отправилась выполнять свою первую доставку к Людмиле Григорьевне Нотаревой. Пенсионерка регулярно раз в неделю заказывает у волонтеров доставку продуктов на дом. Сама выходит на улицу раз в 2 недели. Ходить уже тяжело, признается Людмила Григорьевна. Поэтому помощь волонтеров просто необходима. Полезно для таких, как мы. Мне 91 год, мне же полезно, чтобы лишний раз носить я не могу много. Приносят. Спасибо. Перед тем, как волонтер выполнит заказ на доставку, заявитель должен позвонить на горячую линию волонтерского штаба администрации города по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Специалисты принимают заказ только у тех, кто не стоит на надомном социальном обслуживании. Заявку обрабатывают и передают в районный филиал волонтерского штаба. После получения секретного кода для связи с заказчиком и списка продуктов, волонтер отправляется в магазин. Звонков приходит достаточно много, но это опять-таки зависит от дня недели, то есть в начале недели поступает больше звонков, в конце недели поступает тоже достаточно много звонков. Позвонить на горячую линию могут жители города старше 65 лет, одиноко проживающие, маломобильные и находящиеся на самоизоляции. Прием заявок ведется с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Волонтеры на деньги заявителя могут купить продукты питания, лекарства, а также помочь оплатить онлайн-услуги ЖКХ. Максим Магомедов, Никита Колосов, Максим Гусев. События.